Соло играется, если у вас есть аккомпанемент, который играет аккорды, да? У меня аккомпанемент есть, но он сейчас за камерой снимает. Поэтому мне придется все играть самому. Если бы аккомпанемент был, то игралось бы вот так. Раз, два, три и... Да, еще раз медленнее. Раз, два, три, четыре и... Сейчас еще раз с аккомпанементом, который мы невидимо наложим потом уже, задним числом. Раз, два, три и... Вот, видите, соло тоже очень простое. Но можно сыграть вот эти же аккорды аккомпанемента, да? Просто взять басовые, на басовых струнах эти ноты и таким образом выкрутиться из положения. Вот так. Единственное неудобство, да, когда вы берете до ноту, вот эту, вам приходится играть и снимать вот этот палец, иначе вы не сможете сыграть. Но можно выкрутиться из этого. Смотрите. Главное закончить вот эту вот фигуру не вот на среднем пальце, а на указательном. Вот так вот. То есть средний палец у вас зажимает ноту до, и дальше вы играете тем, что у вас есть, какие пальцы у вас еще остались, играете соло. Так что все очень просто. Еще раз сыграю в нормальном ритме эту песню. Попробую ее даже спеть первую. Шел неслышно, незаметно. Она спала, и чья-то тень шагнула в дверь осенним ветром. Будешь ждать ее звонков, не уйдешь и не отпустишь. Столько много скажешь слов, столько грусти, только грусти. Вот так. Желаю удачи.